Всем привет, дорогие друзья! С вами Ирина Быханова на канале Мастер своего дела. Сегодня мы готовим очень сочную курочку в духовке. Рецепт простой. Начинаем! Для приготовления сочного румяного мяса мне сегодня потребуется окорочка, куриные крылышки, томатный соус, соевый соус, небольшой кружок лимона, специи. Я сегодня использую смешанные специи. Здесь у меня сухой чеснок, паприка и обычная универсальная приправа. Соль и растительное масло. Вот такой простой набор ингредиентов. Готовим. Все проще простого. Берем мясо. Сюда отправляем соль. Соль по вкусу. Много соли не нужно, потому что соевый соус содержит также соль. Вливаю соевый соус. Добавляю сюда томатный соус. Вместо него можно использовать кетчуп и даже томатную пасту. Специи. Масло растительное. И сюда я выдавливаю сок лимона. Вот такой кружочек у меня небольшой. Как раз лимон придаст мясу сочность и дополнительный аромат. И теперь все это хорошо перемешиваем. Оставляю мясо примерно на полчаса, чтобы оно замариновалось. Берем пакет для запекания или рукав для запекания и отправляем сюда мясо. Завязываем. Перекладываю на противень. Сверху делаю несколько проколов для того, чтобы воздух циркулировал равномерно. Духовка у меня уже прогрета до температуры 180 градусов. И отправляю туда нашу курицу примерно минут на 35-40. Ждем результат. Сочная румяная курочка готова. Только вытащила из духовки. Посмотрите, сколько сока у нас в пакете для запекания. И сейчас будем доставать мясо. И вот оно, наше мясо. Смотрите, какое оно аппетитное. Курочка, приготовленная по такому рецепту, получается очень сочной и нежной. Смотрите, какое нежнейшее мясо. Оно просто отлетает от кости. Дорогие друзья, курица в рукаве получилась очень сочной и вкусной. Такое угощение стоит приготовить. Радуйте своих близких, но у меня на сегодня все. Я заканчиваю видео внизу в инфобоксе. Как обычно, оставляю вам две ссылки на свои каналы. Это канал о моей жизни, Ирина Быханова, и канал с простыми рецептами «Готовим дома». Переходите, подписывайтесь, я уже жду вас. Всем пока-пока, мои дорогие. Приятного аппетита. Скоро увидимся.